Добрый день, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу дискуссию, посвященную теме редизайна системы. Какие трансформации ждут систему и инфраструктуру здравоохранения? Ни для кого не секрет, в общем-то, что этот год очень сложный для системы здравоохранения, это если мягко сказать. Поэтому я думаю, все, что мы можем сделать как граждане, это только поблагодарить всех работников системы здравоохранения, которые сейчас сражаются, можно сказать, на передовой, врачей, медицинский персонал, конечно же, управленцам, которым приходится принимать решения буквально каждый день в зависимости от ситуации. Поэтому огромное вам спасибо. Но мы очень надеемся, что те уроки пандемии, которые сейчас мы получаем, будут транслированы и в будущем. Поэтому мы сегодня будем обсуждать, у нас даже не дискуссия, а форсайт-сессия, как повлияет в том числе и пандемия, как повлияли, какие сейчас есть тренды на развитие инфраструктуры и системы здравоохранения. У нас сегодня в студии со мной вместе Эльдар Хайруллин, генеральный директор Московского медицинского кластера, Андрей Асадов, генеральный директор и основатель, и вдохновитель бюро Асадов, тоже все прекрасно его знают. У нас онлайн-подключение. Это Бригитта Эрнст, архитектор Arkitema Architects, партнер и архитектор этого бюро, Альберто Сана, директор исследовательского центра передовых технологий в области здравоохранения и благополучия, научный институт Сан-Рафаэли. И в 12 часов к нам присоединится Танкред Штёбе, координатор неотложной медицинской помощи «Врачи без границ». И первый мой вопрос, Бригитта Эрнст. Мы знаем, что Arkitema Architects — это известнейшее датское бюро, которое работает в том числе с медицинскими учреждениями. Есть несколько инновационных, очень интересных проектов, которые были сделаны последнее время. Бригитта, расскажите, пожалуйста, какие для вас важны именно новые элементы, которые вы включаете и имплементируете в свои здания, которые вы проектируете, как это влияет на показатели самого объекта, да, на тех людей, которые получают услуги медицинские в этих учреждениях. И с вашей точки зрения, вот если брать нынешнюю ситуацию, чему она нас научит? Спасибо. Thank you, Natalia. Большое спасибо, Наталья, большое спасибо. Find my presentation. Сейчас я найду презентацию и загружу ее на экран. Sorry, can you see my presentation? Видно презентацию на экране? Thank you. Большое спасибо. Thank you and good day. Большое спасибо и добрый день всем. Большое спасибо, Московский Urban Forum. Большое спасибо за ваше любезное приглашение. Я с большим удовольствием принимаю участие с вами и готова поделиться своими наблюдениями от имени Arkitema Architects. И я в течение нескольких минут постараюсь ответить на вопрос, заданный Натальей, каким образом мы проектируем здание. Как Наталья сказала, меня зовут Бригитта Гада Эрнст, я являюсь партнером бюро Arkitema Architects. Мы занимаемся проектированием зданий для медицины, для здравоохранения. Прошу прощения. Как вы видите, мы занимаемся проектированием различных зданий для системы здравоохранения, начиная от крупных больниц, психиатрических лечебниц, центров здравоохранения. Мы находимся в Скандинавии, поэтому наше представительство находится в Дании, в Норвегии и в Швеции. Мы подходим со скандинавской точки зрения к архитектуре и
В общем-то, это высоко ценится теми, кто потом пользуется услугами этих медицинских учреждений. Теперь я хотел бы показать вам, что для нас важно при проектировании и строительстве подобных зданий. Вот, пожалуйста, это новая больница, называется Остфорд, которая находится в Норвегии, на юге от Осло. Это часть стратегического подхода норвежского правительства к оптимизации системы здравоохранения. Нужно сказать, что мы оптимизируем логистику и проектирование, и это прекрасно вписывается в окружающий ландшафт для того, чтобы обеспечить более полноценную реабилитацию пациента в процессе лечения. Это один из недавних новых проектов в Норвегии, и нужно сказать, что это основано на концепции оптимизации работы персонала и повышения уровня реабилитации пациентов. Это первый скандинавский госпиталь или больница, где есть частные такие палаты и отдельные уборные для всех пациентов. И нужно сказать, что это здание было построено по передовой трехмерной модели, по которой мы потом строим и другие больницы. И нужно также сказать, что этот проект завоевал приз 2014 года по стандарту BIAM. Архитектурно мы стараемся обеспечить устойчивую, надежную конструкцию с особым приоритетом на пациентах. Вот это центральная плаза, которая есть здесь, которая находится в центре здания с легким доступом. Тут много света, особенно дневного света, прекрасная, удобная мебель, обстановка, способствующая выздоровлению. И нужно также отметить, что подобный подход позволил нам полностью реформатировать подход к зданию, к проектированию и строительству больниц в Дании. И мы используем самое передовое медицинское оборудование. Мы используем собственный персонал для проектирования. А теперь, как одно из последствий централизации, мы можем сказать, что подобные центры здравоохранения обслуживают несколько районов, и была организована парковка. И здесь мы видим, что, соответственно, под одной крышей объединились и муниципальная больница, и частная больница. Здесь, соответственно, также находится и центральная больница, и психиатрическая лечебница. И нужно сказать, что мы, соответственно, стараемся объединить под одной крышей и лаборатории, которые используются для того, чтобы проводить различные тесты, для того, чтобы брать анализы и заниматься реабилитацией пациентов. Вот эти вот лестницы, они подчеркивают динамику, динамизм зданий. Также нужно сказать, что это здание становится важной частью социальной жизни. Опять же, оно наполнено дневным светом, светлое просторное здание. Мы стараемся все время, чтобы люди, которые входили в наше здание, чувствовали определенную разницу. Одна из основных задач была создать такую благоприятную атмосферу гостеприимства, чтобы было приятно ходить по этому помещению. Нужно сказать, что датская психиатрическая больница сейчас была переоборудована в новый психиатрический госпиталь, и теперь нужно сказать, что он завоевал признание как один из самых эффективных в своей области. А само здание получило награду от европейского сообщества. И посмотрите, здесь, соответственно, в этой больнице проходит лечение пациенты со сложными психиатрическими диагнозами. Здание прекрасно вписано в природные ландшафты. И опять же, мы позволяем пациентам и сотрудникам наблюдать за природой за окном, соответственно, также и
Дневной свет проходит через массивные окна и через стеклянную крышу. Нужно сказать, что мы способствуем мобильности сотрудников больницы и те, кто приходит посещать своих пациентов. То есть мы примерно 50% увеличили открытое пространство. То есть мы стараемся использовать и наш опыт, наши знания для того, чтобы и здание способствовало реабилитации пациентов. Очень интересные действительно кейсы и проекты. Вот скажите, если аккумулировать весь ваш опыт, вот какие главные, скажем так, рекомендации, которые вы бы дали всем системам здравоохранения, ну, прежде всего, конечно, с точки зрения строительства больниц, чему нужно следовать сейчас? Yes. Большое спасибо за ваш вопрос. Когда мы проектируем больницы, мы всегда начинаем с анализа функций логистики. Всегда это основная задача. Соответственно, можно организовать поток пациентов, поток рабочего сотрудников наиболее оптимальным образом для того, чтобы докторам больше времени приходилось проводить с пациентами, нежели чем перемещаться от одного здания к другому. И поэтому архитектура также очень важна для создания благоприятной обстановки для пациентов. Они должны чувствовать себя там комфортно. Соответственно, для того, чтобы они не чувствовали боли при передвижении. И, опять же, обстановка должна быть очень удобной. Расстояния должны быть короткими. И я уверена, да, безусловно, у нас есть палаты на одного, у нас, соответственно, есть доступ к природе, к дневному свету. Все эти вещи, они, безусловно, способствуют реабилитации пациентов. Также в эпоху пандемии нам нужно продумать все эти элементы при проектировании архитектуры. И сейчас мы делаем все возможное для того, чтобы подготовиться к следующей волне пандемии, которая, может быть, наступит рано или поздно. Я бы хотела обратиться к Андрею, который находится в нашей студии сейчас. Мы послушали вот зарубежные примеры. В России тоже много интересного происходит, как мы знаем. Хотелось бы узнать у вас, какие для вас сейчас главные критерии новых таких объектов, да, потому что Бригитта тоже говорила про комплексные объекты. Мы не только говорим про больницы, это еще и оздоровительные и разные прочие учреждения. Какие главные критерии, какие примеры, собственно, есть в Москве, которые вы считаете, может быть, сейчас уже эталонными? Спасибо. Да, добрый день, коллеги. Да, я хотел бы поделиться российским опытом, в том числе нашими проектами по созданию оздоравливающей среды. Мы уже, да, я сам руководитель архитектурного бюро, архитектор во втором поколении, и уже более 30 лет мы создаем самые разные объекты в разных сферах, разных масштабах, и пришли к совершенно четкому пониманию, как на самом деле может выглядеть городская среда, так, чтобы уже сама среда обладала таким оздоравливающим превентивным эффектом. Да? То есть чтобы создавать городское пространство, в котором уже не было бы предпосылок болеть, наоборот, среда, которая бы оздоравливала, восстанавливала человека. И есть четкий ряд критериев, параметров, по которым может создаваться эта среда, чтобы в результате возникало полноценное, оздоравливающее, вдохновляющее пространство. Вот. Это целая серия, там, множество критериев, которым могут соответствовать любые современные здания в современном городе. Но в медицине, наверное, это должно проявляться в концентрированном масштабе, поскольку, в общем, медицинские объекты, они уже должны не просто там, оздоравливающим, а таким восстанавливающим и спасающим эффектом, таким реабилитирующим в стопроцентном формате. А на трех примерах я хотел бы показать, как может работать такие пространства, такая архитектура. Первый из них — центр Димы Рогачева, центр детской гематологии, который более 10 лет назад
мы разрабатывали вместе с компанией Transumet, это был большой российско-германский проект. Участвовал целый ряд специалистов, Моспроект 2 и другие проектные организации. Но основными вдохновителями вот самой идеологии оздоравливающего такого оживляющего пространства это были сами врачи, замечательная команда центра Галина Новичкова и вся команда этого центра, которые попросили нас создать пространство, ничем не похожее на традиционную больницу, уже одним своим видом, настраивающий на позитивный, такой оживляющий лад. Вот. И, конечно, среди прочих городской застройки, такой довольно, в общем, стандартной, в серых оттенках, тут нужно было создать максимально оживляющее, оздоравливающее пространство. Вот. Что мы и постарались сделать вместе со всеми коллегами, с другими специалистами. Это большой многопрофильный центр. Только в начале 2000-х годов нашли ряд возможностей и форматов по лечению сложных заболеваний онкологии, гематологии в детском возрасте. Это дало бурный такой, развитие медицины в российском международном масштабе. Здесь, кроме самого медицинского блока, есть полноценный научный блок, где обсуждают новые методики лечение заболеваний, новые протоколы. Врачи из разных стран встречаются в этом месте. Вот этот пучок разноцветных башен, мы его назвали «Дерево жизни», это реабилитационный блок, в котором дети вместе с родителями могут находиться и находятся, как правило, довольно долгое время, несколько недель, а то и месяцев, чтобы проходить курс реабилитации. Поэтому там есть и свой детский садик, небольшая школа. То есть, к сожалению, это вот целый такой город в миниатюре. Вот поэтому в целом нашей задачей было создать максимально такое, ну, как-то оздоравливающее, оживляющее пространство. При этом, конечно, в таких, тут, может быть, излишне такие насыщенные цветом картины. Конечно, это в натуре чуть более спокойная среда. Но очень важно было создать именно легкую, светлую, оживляющую атмосферу, которая уже одним своим видом настраивает на оздоравливающий лад и полностью переключает сознание человека с каких-то вот, пассивных мыслей к более открытому, оздоравливающему, то есть жизнеутверждающему пространству. Вот. А интерьер мы разрабатывали вместе с немецкими коллегами, старались внести даже в больничную медицинскую зону немного домашнего тепла и уюта за счет использования различной отделки под дерево, за счет использования специальных антибактериальных штор, которые сразу же создают уже более домашнюю уютную атмосферу. Вот. И, конечно, уже вместе с несколькими благотворительными фондами, которые проводят большую уже культурную и реабилитирующую работу вместе с детьми. То есть все пространство этого центра вместе с волонтерами, оно наполнено жизнью, и как раз в продолжение, то есть само пространство уже коррелируется с тем, что там происходит, и это максимально такая вдохновляющая, оздоравливающая атмосфера, насколько это возможно вот в случае таких тяжелых ситуаций. А следующим нашим экспериментом в области оживляющей, оздоравливающей архитектуры был центр акушерства, гинекологии, который, к сожалению, до недавних пор выглядел вот так неприглядно. Это, в общем-то, место, где появляется жизнь, и оно само по себе уже должно быть заряжено максимальным позитивом. Вот это была реконструкция основных корпусов. Они очень крепкие по архитектуре. Это такой поздний модернизм 70-х-80-х годов. Здесь очень важно было сохранить изначальный архитектурный облик, но придать ему совершенно новый такой ракурс. Тоже легкой, светлой, оздоравливающей архитектуры. Также был построен новый корпус. Вот вверху слева это уже новый терапевтический корпус с полным комплексом новых услуг. Вот. И во всех пространствах мы дали, сохранив основной объем, четкую такую цветовую маркировку. Это санация фасадов с дополнительным утеплением. В общем, это предтеча уже реновации системы здравоохранения. Так, одна из первых ласточек реновации фасадов и внутренней интерьерной структуры. Все вот эти основные элементы, присутствующие на первоначальном здании, мы сохранили, но придали им такой более жизнерадостный
оттенок, уже перекликающий самой функцией центра, это давать новую жизнь. Да? То есть пространство, для, где зарождается новая жизнь, и, конечно же, оно по умолчанию должно выглядеть более жизнерадостно. Вот. И третий пример, это уже не отдельное здание, целый комплекс. Ильдар, я думаю, тоже чуть подробнее расскажет уже о структуре его наполнения. Вот. Это целый комплекс, это кластер, где, в общем, уже тема оздоравливающей архитектуры и такого здорового городского пространства присутствует во всей полноте. Вот, мы участвовали в разработке концепции мастер-плана всего комплекса и уже непосредственно разрабатывали такой пилотный объект, своеобразная штаб-квартира всего медкластера, диагностический корпус. Он функционально тоже состоит из целого ряда зон. Здесь и помимо, собственно, медицинской поликлинической функции, здесь находится исследовательский центр, конференц-зона тоже для встреч, обсуждения врачей по совершенно разным тематикам, по поиску новых средств, форматов, да, там, в различных медицинских направлениях. Вот, и здесь, в этом проекте, мы сформулировали 5 таких четких принципов оздоравливающей архитектуры. Вот. Первый принцип, он связан с внешним обликом здания, то есть это должно быть максимально легким, светлым, таким приветливым, дружелюбным пространством, поскольку новое, такое вообще, само предназначение медицины будущего — это именно превентивный эффект, то есть тотальный чекап организма, куда ты приходишь совершенно добровольно, как в какой-то фитнес-центр, и где сама среда располагает тебя к по полной проверке, в общем, резервов и возможностей твоего организма и любых отклонений на ранних этапах. Вот поэтому вся философия, что это именно центр для такого спокойного обследования, то есть не экстренным попаданием в запущенных случаях, а именно такого спокойного и последовательного обследования всех систем. Вот, второй из принципов — это в здоровом теле здоровый дух. Соответственно, само здание должно иметь максимально энергоэффективную оболочку, несмотря на то, что вся наружная фасадная конструкция выполнена из витражных панелей. Это очень энергоэффективное остекление с двойными стеклопакетами, и оно очень хорошо уже держит тепловой контур. Третий принцип — это максимальное присутствие воздуха и света. Это вот уже сама атмосфера внутренних пространств тебя как бы реабилитирует изнутри, то есть на каком-то молекулярном уровне, когда ты попадаешь в такое пространство, оно тебя успокаивает, как настраивает на позитивный лад, и это реализуется с помощью целого ряда функций. Это большие поверхности дневного света, легкие светлые цвета, присутствие элементов натуральной среды. Мы вместе с командой фонда медицинского кластера... Андрей, мы выбиваемся очень сильно уже из тайминга, пожалуйста. Добивались, о присутствии таких вот натуральных деревьев и зелени. Четвертый важный принцип — многофункциональность пространства. И входного зала, и различных помещений, функциональных зон, конференц-зоны, научного блока, исследовательского, поликлинической части. То есть везде это легкие, светлые, трансформируемые пространства. Ну и пятый заключительный принцип — это пространство, которое формирует вокруг человека максимально комфортную среду, позволяющую решать его проблемы и медицинские. И, на мой взгляд, если транслировать эту идеологию на пространство всего города, то это та среда, которая может побуждать и стимулировать человека и помогать достигать любых возможностей в его развитии, то есть среда, которая дает ему нужный потенциал. Спасибо. Андрей, спасибо большое за интересный доклад. По сути, вы передали уже слово Эльдару этим последним своим проектом. Поэтому, Эльдар, как должна выглядеть и каким принципам соответствовать такая человекоориентированная организация с вашей точки зрения? Ну и вообще флагманский проект, на самом деле, медицинский, московский медицинский кластер. Немножко о нем, чтобы у нас
у наших зрителей было представление. Международный медицинский кластер. Мы возникли в 2015 году после принятия федерального закона, особого закона, который регулирует нашу деятельность. Мы находимся на территории Сколково и занимаем там 58 гектар. Действительно, при реализации наших медицинских объектов мы постарались изучить лучшие мировые практики, как с точки зрения планирования территории, так и с точки зрения проектирования и строительства этих медицинских объектов. Ну, прежде всего, если с точки зрения планирования на уровне крупных городских агломераций, на уровне регионов, можно сказать о том, что сейчас наметились очень четкие два тренда. Прежде всего, амбулаторная и реабилитационная помощь должна быть максимально доступной для жителей, должна быть максимально приближенной. А вот все, что связано с высокими технологиями, стационарными технологиями, это должно быть сконцентрировано, созданы многопрофильные крупные клиники, где обеспечивается непрерывность технологического процесса и бесшовность оказания медицинской помощи на всех ее этапах. И вот видите здесь примеры, когда концентрация вот стационарной высокотехнологической медицинской помощи реализуется в таких масштабных проектах, как, например, вот в Анкаре 1 миллион 300 тысяч квадратных метров, в других странах мира. Надо сказать, что Москва тоже не отстает от этого тренда, и реализованный проект по коммунарке 80 тысяч квадратных метров как раз находится в общем тренде планирования расположение медицинских объектов в рамках региона, в рамках какой-то городской агломерации. Андрей уже тут коротко остановился на тех базовых принципах, которые мы придерживаемся при проектировании и строительстве наших медицинских объектов. Прежде всего, надо говорить о технологической универсальности и многофункциональности. Мы взяли этот принцип, подсмотрели у специалистов и в Роттердаме, клиника «Эразмус». Они столкнулись с такой проблемой, что медицинские технологии бурно развиваются, и необходимо внедрять новые технологии в старые стены на старой площади. Таким образом, должна быть максимальная адаптивность внутренних пространственных помещений клиник. И мы сейчас проектируем, и Андрей тоже участвует в этом проекте, это многофункциональный медицинский центр, медицинский молл, где будут располагаться несколько десятков разных клиник, небольших, с такой возможностью, что они могут расширяться, значит, уменьшаться в своих размерах, могут замещаться другими какими-то технологиями. Все решения должны быть адаптивны к этим решениям. Есть расчет расстановки колонн, есть расчет мощности инженерных систем, и сейчас уже идет строительство этого корпуса, и я думаю, что он будет реализован уже в конце 2022, начале 2023 года. Следующий большой и основополагающий принцип, конечно, это пациентоориентированность, это персоналоориентированность. С одной стороны, Андрей тут уже говорил о том, что пациенты должны чувствовать себя очень легко и комфортно, и ничто не должно напоминать тягостную атмосферу наших старых больниц. С другой стороны, и сотрудникам должно быть удобно. И поэтому работа с ощущениями пациентов, с ощущениями сотрудников, цветовые решения, тактильные решения, значит, вопросы вентиляции, вопросы обоняния, осязания и так далее. Вот все эти решения мы пытаемся реализовывать в наших проектах. Следующий большой серьезный тренд, это, и он существует во всем мире, медицинские организации стремятся построить у себя единую систему качества и безопасности медицинской деятельности. Есть множество международных различных систем, и одна из признанных — это GCI, Joint Commission International. И эти требования по созданию этих систем предполагают принятие неких проектных, архитектурных и строительных решений. Все наши участники должны будут пройти международную аккредитацию либо вот по системе GCI, либо по своим национальным системам аккредитации. Безусловно, это экологичность и энергоэффективность. Все наши объекты должны быть сертифицированы по международному стандарту LEED, который включает в себя определенные требования. Эти требования должны прослеживаться как на этапе проектирования, так на этапе строительства, так и на этапе уже эксплуатации.
И серьезно сформированный тренд, наверное, это уже навсегда, это, конечно, информатизация и цифровизация на всех этапах проектирования, на всех этапах строительства и на всех этапах эксплуатации медицинских объектов. На этапе проектирования и информатизации мы можем что-то поменять, что-то уточнить, а на этапе эксплуатации, конечно, вот эта информатизация, применение BIM-технологий позволит нам максимально эффективно использовать ту инфраструктуру, которая будет построена в рамках медицинских объектов. Ильдар, спасибо большое за столь комплексное выступление и системное. И главное, мы уложились в тайминг. Скажите, пожалуйста, вот при реализации вот всех этих проектов, понятно, что медицинский кластер такого уровня, он ориентирован, например, и на экспорт в том числе. Каких показателей вы планируете достичь? И как мы будем двигаться? У нас должно функционировать около 15 клиник, и общее количество пациентов, которые обратятся в наши клиники, должно быть около 300 тысяч пациентов. 15% сотрудников, работающих на этой территории, должно быть иностранцев. То есть это такой огромный, на самом деле, можно сказать, медицинский городок будет. Медицинский городок, главной задачей которого является трансфер лучших зарубежных технологий в области медицины, биотехнологии, проектирования и строительства и управления медицинскими объектами. Спасибо большое, Ильдар. Мы переходим к следующему нашему выступающему, Альберто Сана. Центр передовых технологий в области здравоохранения и благополучия. Мы говорили, что, в общем-то, сейчас уже и сами учреждения, и вообще медицина работает на стыке многих систем знания. Вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, какие будут наиболее востребованные технологии, что нас ждет в ближайшем будущем, поскольку ваш институт такой один из мировых институтов, который работает именно с, наверное, ну, самыми такими венчурными темами в системе здравоохранения. Thank you so much for the invitation, and I hope... Большое спасибо за то, что пригласили. Я надеюсь, что вы видите мою презентацию. Видите ли вы мою презентацию? Слайды видите? Видите слайды мои? Видите презентацию? So thank you for the invitation. Замечательно. Спасибо, что пригласили меня. Очень кратко. Я представлю, что мы делаем в области исследования, что мы делаем с окружающей средой, с ориентацией на будущее, а не только на сегодня. На самом деле мы работаем в большой команде, с больше, чем более 80 больниц. У нас. А это основная площадка. И здесь у нас есть все компоненты. На самом деле город, энергетика, школа, университеты, детские сады, полная инфраструктура, тысячи километров, супермаркетов, ресторанов. Агентств путешествий, бюро путешествий, тренажерные залы. Все, что обычно бывает в городе, все есть у нас, в наших кварталах. Поэтому мы начали с исследовательских программ. Три из них. Все они касаются будущего города. Разрешите их представить вкратце. Итак, как мы делали исследования? Вы можете посмотреть. Вот все наши исследовательские проекты совместно с Европейской комиссией. Они касались всех аспектов данной экосистемы. Кстати, у нас вчера была конференция по последнему проекту.
у нас конференция была по энергетике. То есть есть маленькие конференции по разным отдельным проектам, а есть общие. Ну, давайте посмотрим на картинку. Я хочу, чтобы вы вошли во вкус. Итак, с чем же мы работаем? В первую очередь с новыми технологиями. Это то, что сейчас происходит, цифровая трансформация, роботическая, происходит настолько быстро, что уже сегодня мы должны думать о будущем, а не о сегодняшнем дне. Поэтому, чтобы сегодня планировать структуру больницы или пространство, мы должны думать о будущем. Поэтому роботические технологии очень важны. Дата-центры с подтверждением всех данных по коммуникационным системам. Все, с чем мы придем в будущее, где больше будет роботов, больше машин, но должно быть место и для детей, и для машин, для всего. Посмотрите на цифры. Конечно, везде у нас интернет 5G. Все это абсолютно новаторская история. И уже летом все это откроется. Все эти системы должны адаптироваться и работать вместе, как контейнер. И мы, архитекторы, разрабатываем такой системный подход. И посмотрите, какая трансформация проект 5G, роботические системы. Что это такое? Больница, вы видите ее? А вот доктор на картинке слева, посмотрите, он находится не в операционной, но удаленно, он присутствует на операции, дает консультации, например. Поэтому 25 тысяч человек будут находиться скоро на этом пространстве. Мы сегодня разрабатываем разные системы для здорового образа жизни. Поэтому помимо, собственно, больницы, мы говорим о разных системах, которые рекламируют здоровый образ жизни. Поэтому все, что здесь происходит, мы сейчас тестируем. Разрешите привести пример. Новые медицинские инструменты. При этом возможность выбора инструмента для операции, для супермаркета системы, чтобы вы себе какую-то еду смогли выбрать или заказать. Также у нас есть специальная система интегрирована, чтобы вы заказывали себе еду для здорового питания. Специализированная система, которая учитывает совершенно разные аспекты вашего поведения, оценивая, правильно оно или неправильно. Посмотрите, у нас даже и видеоигры, которые помогут детям не только играть, но и жить правильно, здоровый образ жизни, а также учат доверять врачам, доверять медицине. Машины. Еще одна система. И мы разработали систему анализа данных. Как люди могут скорее добраться до больницы, чтобы уменьшить транспортный поток. Но это не все. У нас будет трансфер не только в больницу, но также в новый парк, городской парк будущего, мотивирующий, чтобы люди пошли в парк, чтобы они ели натуральную пищу и окружены были настоящей природой. При этом правильно здоровый образ жизни мы, естественно, промотируем. Мы также разработали социальные здания для времяпроведения. Все для людей, для жителей и для туристов. Прекрасное время, прекрасное место для жизни, для работы. И это самое главное, что
Все, что мы сейчас разрабатываем, это для жизни и для бизнеса. Здорово, когда человек живет недалеко от места, где он работает. Мы много знаем о проблеме, когда человек живет за городом, а приходится ему добираться в центр, на работу. Вот, собственно, основные темы, основные месседжи моего выступления. Итак, больница может быть точкой развития, точкой начала развития всего региона. Поэтому сегодня мы говорим о революционном подходе. Больница может быть центром этого, помогать выстраивать архитектуру, структуру и нам всем научиться работать. За то, что вы, можно сказать, перекинули мостик следующей нашей секции, которая будет посвящена трансформации городского пространства в связи в том числе с новыми требованиями, которые у нас появились во время пандемии. Действительно, здоровье начинается не в медицинских учреждениях, и Андрей уже тоже про это сказал. Здоровье начинается прежде всего с наших хороших привычек, с нашего настроения, с еды, с нашей активности и так далее. И мы будем все это еще в течение дня обсуждать, и как должен, к чему должен соответствовать город, чтобы максимально сберегать наше здоровье, стимулировать, сберегать наше здоровье, а уже не обращаться, конечно, в медицинские учреждения, когда что-то случилось. Да? К нам присоединился Танкред Штёбе, «Врачи без границ». Нет, у нас нет онлайн-подключения пока. А будет ли оно? Мы пока не знаем, да? Хорошо, мы тогда, как только подключится Танкред, мы обязательно выведем его в эфир. Уважаемые друзья, тогда мы продолжаем, Андрей, Ильдар, с вами. С вашей точки зрения, какие новые объекты, может быть, должны возникать в московской и не только московской системе здравоохранения, чтобы максимально, скажем так, вот выполнять эти новые функции. Да, у нас есть большие объекты. Да? Мы знаем, что была запущена очень интересная программа обследования превентивных в московских парках, где каждый горожанин мог прийти и по полису ОМС сделать такое первичное обследование, да, для того, чтобы не обращаться уже, когда, как говорим, хвост отвалился. Вот, поэтому, с вашей точки зрения, какие должны возникать? Может быть, как нам рассказал предыдущий докладчик, что-то должно происходить с нашими школами, что-то должно происходить вообще в целом с редизайном системы здравоохранения? Ну да, Андреас как раз очень задал важный ракурс, такое важное видение правильной городской среды, да, то есть то, что здоровье начинается как раз задолго до приближения к медицинским центрам, именно в тех идеях, в тех пространствах, которые окружают нас ежедневно. Вот, и насколько здоровье сберегающим или, наоборот, стимулирующим, начиная с пешеходного движения, наличие зеленых зон, причем не только в городском масштабе, но даже внутри, во внутренних пространствах и жилых общественных зданий. Вот все эти элементы, они уже поддерживают такой правильный ритм присутствия и стыковку с натуральной природной средой. И это тоже во многом, можно даже сказать, в каком процентном соотношении, уже является здоровьесберегающими технологиями, повышающими стимул, отдачу, работоспособность, вообще жизненный тонус. То есть это вот полноценная здоровьесберегающая среда. Что касается школ, действительно тоже это очень важное пространство, где, на наш взгляд, мы тоже имеем очень большой опыт работы со школьными комплексами. На наш взгляд, школа — это вообще целый город в миниатюре. И здесь, как в полноценном городе, должны быть и полноценные общественные пространства, и зачастую общение, взаимодействие людей, что даже пока и особенно детей, и что так не хватает сейчас вот в этом виртуальном формате образования, это действительно вот перекрещивающие связи, потому что город — это и есть
как, знаете, в ядерной реакции, чем быстрее взаимодействуют и интенсивнее друг с другом жители, тем происходит больше общее развитие общества. Вот, и в школе обязательно должны присутствовать такие пространства в виде атриумов, амфитеатров, общественных таких зон, казалось бы, без определенной функции, но это вот самые важные такие спонтанные пространства для взаимодействия детей. И в каждом комплексе, независимо от того масштаба, мы обязательно стараемся закладывать эти пространства с элементами природной среды, с большим присутствием внешнего света. В общем, и в любой функции, я думаю, общий тренд — это действительно трансформируемые, легкие, светлые пространства, способные гибко реагировать, поскольку современные функции меняются уже гораздо стремительнее, чем срок службы современных зданий. И у любого городского объекта должна быть возможность гибко трансформироваться под новые потребности. Андрей, спасибо большое. К нам подключился Танкред Штёбе, «Врачи без границ». Добрый день. Мы приветствуем вас, да, на нашей форсайт-сессии. Танкред, «Врачи без границ» работают всегда, можно сказать, в экстремальных условиях. Во время разного рода пандемий, во время разного рода таких чрезвычайных ситуаций. Вот скажите, пожалуйста, чему нас должна научить вот эта ситуация, которая стала мировой, да, потому что «Врачи без границ» работают в разных локальных, в том числе, ну, там, когда была вспышка Эболы в Сьерра-Леоне и так далее. Да, но когда это где-то происходит, вы сражаетесь на передовой отдельно. Сейчас весь мир борется. Вот чему нас научит эта пандемия? Как должна измениться система здравоохранения? И какие уроки, может быть, вот, из опыта такой крайне значимой организации международной вы сейчас внедряете во время пандемии COVID-19? Доброе утро, и я извиняюсь, я, к сожалению, подзабыл русский и не могу выступать на русском языке, переключусь на английский язык. Я знаю, что времени осталось немного, поэтому давайте я сразу перейду к теме, о которой мы с вами говорили. Я подготовил презентацию, я хотел рассказать вам, каким образом мы, как крупная медицинская гуманитарная организация, пытаемся справиться с последствиями COVID-19, который представляет собой значительный вызов для всех нас. Я сейчас хотел бы рассказать вам, чем мы занимаемся и чего мы достигли. Мне повезло начать работать на передовой борьбе с COVID-19 уже в январе-феврале в странах Азии, когда эти страны уже оправились после атипичной пневмонии. И потом я хотел бы поговорить об улучшении доступа к вакцинам, к лекарствам, к медицинским инструментам. И также хотел бы сказать несколько слов о том, как в азиатских странах подходят к системе здравоохранения, так как и в Европе, какие вызовы стоят перед нами. И в заключении я расскажу вам, как изменения в системе ухода меняет наш подход к организации городских больниц. И мне кажется, это очень важная тема. Большое спасибо еще раз за приглашение. Мы с удовольствием обсудим разные вызовы, которые высветил COVID-19. Нужно сказать, что я начал работать в Японии во время кризиса. Это был конец января. И, как вы видите на фотографии сверху, это было еще до того, как COVID-19 обрушился полностью на Японию, и люди на улицах носили медицинские маски в качестве предосторожности. То есть это была чисто добровольная мера. Это просто была мера предосторожности. Они привыкли так поступать в течение многих лет. И мы, как организация, безусловно, не работаем с странами, где хорошо развита система здравоохранения. Мы, с другой стороны, прибыли в Японию, где основная проблема была — это круизные суда. Это принцесса Diamond с большим количеством заболевших на борту. Коста Атлантика.
еще один круизный корабль, где более 50 членов экипажа дали положительный тест на COVID-19, они должны были быть эвакуированы. И наш опыт борьбы с глобальными пандемиями позволил нам также оказать содействие такой сильной системе здравоохранения, как Япония. Японии не приходится каждый день бороться с пандемиями и эпидемиями. И поэтому нужно сказать, что основная проблема заключалась как раз в прибытии первого круизного корабля 16 января. И у них сейчас примерно 6600 заболевших на всей Японии. Достаточно низкий уровень смертности. Следующая страна — это Гонконг. Гонконг — это теперь уже неотъемлемая часть Китая. И было такое опасение в Гонконге среди жителей, что COVID-19 попадет и на территорию этого города-страны. И начиная с конца января, наша команда проводила сессии по повышению просветительской деятельности, проводили тренинги по гигиене среди беженцев, среди тех, кто добивается статуса беженца, просит предоставить политическое убежище. И также мы проводили и психологические тренинги. С середины февраля мы пожертвовали 4,5 тонны защитных индивидуальных средств индивидуальной защиты, направили этот груз в город Ухань в Китае и также Гонконгу. И нужно сказать, что нам оказали поддержку и китайские врачи. Если посмотрите на цифры, Гонконг стал одним из первых пострадавших COVID-19, но сейчас они сохраняют уровень зараженности и смертности от COVID-19 на низком уровне. Дальше Камбоджа после Гонконга. Камбоджа — это достаточно бедная страна в Юго-Восточной Азии. С тесными связями с Китаем. Тысячи китайцев каждый день прибывают на территорию этой страны. И, безусловно, это способствует увеличению пациентов, заболевших COVID-19. И здесь наблюдается также большое количество заболевших гепатитом. Мы боялись, что гепатит только сугубит течение болезни коронавирусной. И каждый пациент, каждый посетитель больницы, каждый сотрудник больницы подвергался термометрии. Здесь вы видите фотографию, как мы проводим тренинг среди сотрудников больницы, как правильно надевать защитные халаты и средства индивидуальной защиты. К концу марта мы поставили на паузу всю нашу деятельность по борьбе с гепатитом типа С. И, соответственно, после этого начали заниматься скринингом. Мы считали, что самое важное для этой страны, так же как для Таиланда, это сохранить контроль над заболевшими. По цифрам в Камбодже, статистика, вы знаете, не очень надежная, не очень точная. Ну, знаете, Камбодже повезло, что пандемия не оказала серьезного влияния на систему здравоохранения этой страны. После Камбоджи еще одна бедная страна, которая также граничит с Китаем, это Лаос. И мы переместились потом в Лаос с командой, трое врачей, вы их видите на фотографии внизу. И на самом деле мы посетили буквально каждую больницу, каждый госпиталь в северной части Лаоса. И оказалось, что все эти больницы очень плохо подготовлены. Мы так думали, а оказалось, что нет, несмотря на то, что буквально немного было ИВЛ в этой стране. Тем не менее, больницы были хорошо подготовлены. И радио, и телевизор используют для того, чтобы информировать сотрудников. Да, закрылись границы, и экономическая ситуация усугублялась, компании закрывались, не было никаких вспомогательных систем.
Люди страдали в основном от экономических последствий COVID-19, от закрытия границ. Очень интересно отметить, что только в конце марта у них появился первый положительный случай COVID-19, и сейчас у них ни одной случай смерти от COVID-19, 40 заболевших. И страны в Азии, вы знаете, они уже знают, что такое пандемия, что такое эпидемия. Они сталкивались с пандемией атипичной пневмонии или так называемый SARS, они знают, какие меры принимать. Дальше Испания. Испания, вы видите здесь на фотографии сверху. Впервые в нашей истории нам пришлось так плотно вмешиваться в работу системы здравоохранения в Европе. Испания и Италия. В Испании мы работали с больницами в Мадриде и в Барселоне вместе с местными властями. Мы, соответственно, оборудовали 30 госпитальных помещений на 4000 мест. Мы поставили им и медицинские маски, защитные очки, и организовали и, соответственно, горячую линию, и проводили тренинги, работали в Великобритании, Франции и в Италии. Мы осознали, что в Европе, вы знаете, существует очень незначительное понимание такой же такой пандемии, то есть действительно там болезни существуют и в Европе, но им никогда не приходилось сталкиваться с такими вирусными заболеваниями, как COVID-19. И посмотрите, опять же, Испания — это страна с 1,5 миллионами подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 47 тысяч смертей. И соответственно, мы помогали оборудовать госпитальное помещение. Итак, какие вызовы мы видим в свете COVID-19? Все мегаполисы оказались под угрозой. Мы это видим и в России, и в Центральной Америке, и в Южной Америке, и в Европе. Ни один крупный город не остался в стороне от этого смертоносного заболевания. Существуют, конечно же, места, крупные города, где люди живут бок о бок друг с другом, и угроза усугубляется. Аэропорты закрылись, прекратилось перемещение через границу. Нам стало сложнее направлять нашу помощь в отдаленные уголки стран, и тысячи врачей и медсестер заболели, и некоторые даже умерли. Я уж почти закончил, 1 минута осталось. Если посмотреть на уровень вакцинации, то, безусловно, я буквально вчера писал, что практически все вакцины двух крупных производителей на Западе, Pfizer, BioNTech и Moderna, уже распроданы и заранее забронированы. А нам нужно оказывать поддержку тем, кто находится на передовой борьбы с COVID-19 в бедных странах. Сейчас мы знаем, что не существует лекарства против COVID-19. И большое спасибо за ваше внимание. И если будут какие-то вопросы, если у нас время на дискуссию, я буду рад ответить на ваши вопросы. И спасибо. Столь интересный доклад. Действительно, как разные страны справляются с столь сложной ситуацией. Действительно, все зависит еще от уровня возможностей и уровня развития. И ваша международная организация помогает. Мы, к сожалению, у нас не осталось времени на вопросы, потому что у нас через 15 минут начинается следующая секция, которая как раз будет посвящена вопросам трансформации городского пространства и тем урокам, которые, собственно, нам дает пандемия с точки зрения изменения городских форматов. Я поблагодарю наших уважаемых спикеров. Действительно, те принципы, которые озвучивали все, они очень практически одинаковые, да, практически все спикеры сошлись, кто говорил о требованиях новым объектам здравоохранения, говорили о клиентоориентированности, о новых вот этих стандартах, связанных с энергоэффективностью и вообще ресурсоэффективностью, связанную с созданием действительно такого хорошего такого настроения в местах боли, как их называют в своей книжке «Среда обитания» Коллинз. Эдгар Коллинз. И это очень важно. Мы надеемся, что мы скоро уже увидим исследования постфактум, да, действительно, как повлияли эти пространственные изменения, в том числе на результаты, связанные с системой здравоохранения. Мы знаем очень такие разные
примеры исследований в зарубежных странах, как влияет на успеваемость, как влияет на излечаемость, извините, да, то есть на показатели действительно того, как люди выздоравливают, как, с какими новыми привычками они выходят из, собственно, учреждения, в которое они попали. Поэтому еще раз вас благодарю, спасибо большое, и мы заканчиваем нашу сегодняшнюю сессию. Спасибо.